Привет, дорогие друзья! Луценко вернулся из отпуска. Вернулся из отпуска и дал интервью. Мы интервью посмотрели. А сьогодні ж також стало відомо, і Генеральна прокуратура про це заявила, що викликає на допит колишнього голову Національного банку Валерію Гонтареву, колишнього міністра екології Миколу Злочевського, колишнього заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова. На... Да, удивительно. Генеральна прокуратура возбудилась, рішив показати, по всій відомості, свою діяльність совместно з тим, як діє зараз ДБР. Тому що ДБР зараз активнічає конкретно по... бывшим, которые недавно стали бывшими. Вот Луценко вдруг начал показывать, что он тоже что-то может, хотя совсем недавно. Я нагадаю, что раньше, и это також было у квітні, ГПУ казало, что доказів немає, підозри були складені незаконно. Що змінилося з цього часу і чому в цьому переліку немає Бориса Ложкіна, якого також в квітні викликали на допит. В апрелі ще ніяких претензій не було. Все було неправильно оформлено. Здесь Лусенко і об'ясняє, що все було просто оформлено неправильно. Неправильно були визови оформлені, ви ж поймите теж. В деяких справах не було достатніх доказів, але у всіх, на жаль, підозри були вручені в неналежний спосіб. Людей не викликали. Їм просто по пошті відправили підозри. Вот и все. Отправили по почте, а лично не уведомляли. Тут надо понимать, что генпрокуратура всегда действует по букве закона. Особенно тогда, когда отмазывает таких персонажей, как Стерненко, к примеру. Вы же понимаете, когда заминает дела по Укроборонпрому. Ну, всегда действуем по букве закона. Должны понимать вы. Так робилося в найгірші часи. Я таких речей не допускаю. И незалежно від прізвищ вважаю це неприйнятним. Тому... Закон есть закон. Совсем другое дело заявление взять и порвать в прямом эфире, правда? Для того, чтобы эти заявы ничего не мали спільного с законом. Такая моя позиция и уверен, что все будет. И вот здесь вот мне интересно, к примеру, поведение ведущего. Это Калныш, насколько я понимаю. И он говорит о вот этой вот деле ДБР касательно пересечения границы по чужим документам Порошенко и его попличниками. Сьогодні стало відомо, що слідчі ДБР перевіряють інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Справа про Мальдиви. Я не понимаю одного. Что вызывает такую усмешку у уважаемого журналиста? Он не пробовал никогда по чужим документам пересечь границу. Насколько это просто? Главное, насколько это законно. Если тебя поймают, то тебя ж как... Ну, скажут, иди себе обратно, веди свой эфир, да, или нет. Что вызывает такую усмешку? Я не могу понять. Коли відпочивав, за логикою ДБР, я так собі розумію, він, значить, виїхав за кордон України по підробному якомусь паспорту. Это не по логике ДБР. Это если мы посмотрим расследование, наверное, просто ведущий не видел, Радио Свобода, вернее, схемы. Я хочу отделять Радио Свобода, помойку, от важной, полезной, нужной программы схемы. 8 пасажирів, 3 чоловіки та 5 жінок, серед яких немає ані президента України Петра Порошенка, ані членів його родини, ані будь-яких інших відомих імен. Как же так могло быть? Если это не поддельные документы, а настоящие документы, значит у Порошенко другая фамилия. Зареєстрованими на рейс були особи під такими іменами та прізвищами: Вера Лазарєва, Іван Дегтярьов, Євгенія Сафонова, Олександр Сищиков, Катерина Боєва, Віталій Кокорін, Олена Сенченко, Ольга Герасименко. Если бы этому было дано какое-то членораздельное объяснение, тогда бы, скорее всего, журналисты сказали бы: «А, ну теперь понятно». Но объяснение не было дано. Чи перетинав державний кордон України президент України Петро Порошенко 1 та 8 січня? Та чи проходив він паспортний контроль у аеропорту Київ у день виліту до Мали та після повернення за кордону? Але на момент виходу матеріалу в ефір відповіді так і не отримали. Я сейчас встречаю интересное объяснение от всяких там людей, которые называют себя экспертами. Они говорят, что так как Порошенко охраняемая особа, да, то тогда служба, которая занимается его охраной, могла его легендировать при пересечении, мол, границы. И тогда были специальные документы там сделаны, все такое. Вот эти специальные документы, это какие, настоящие документы, да, я правильно понимаю? То есть он пересекает государственную границу по специальным документам, которые являются настоящими. То есть это его фамилия настоящая или что? Или это он, понимаете, когда он внутри страны, тогда возможно применение такого рода специальных документов. Ну окей, да?
Но когда он пересекает государственную границу, таким образом вы признаете, что могут скрываться преступники реальные, преступники от правосудия, что они будут получать такого рода специальные документы, да? Олегю, я дивився, я був у відпустці 10 днів, коли повернувся, подивився основні такі серйозні новозареєстровані справи в усіх органах, ГПУ, ДБР, НАБУ, СБУ, поліція. Ну і, звісно, всі ці діла виїденого яйця не стоять. Піар. І побачив просто десятки справ, які просто взяти для чисто політичного антипіару. Оценка от профессионального юриста всегда очень важна. Я не могу понять, почему ведущий принимает его сторону и называет эти дела там спамом, еще как-то. Где спам? В чем спам? Пересекал границу или не пересекал? Если пересекал, то по чьим документам? Все. Яка ціль цього спаму судового? Позовного? Чорний антипіар. Я можу сказати лише... Чорний антипіар і все. Чорний антипіар. Так ви знаєш, скільки такого чорного антипіара в западному світі? Привлекають міністрів, замістителі всяких міністрів, да, там, советників всяких, адвокатів і тому подобное. Це все чорний антипіар там відбувається. Потратил там 10 тысяч куда-то, 10 тысяч, да из-за этого никто бы вообще не возбуждался. Говорили бы все, вы шо, вам смешно. Но там привлекают, а у вас нет. Віце-президент публично вимагає зняти генпрокурора, котрий розслідує справу, де його син працює в правлінні, то цю оцінку американці мають дати, це їхнє питання. Что делает Луценко? Он выгибает свой позвоночник вот так вот под американскую власть нынешнюю действующего президента Соединенных Штатов Америки. Он упоминает сына Байдена, который присутствует в руководстве вот той вот компании, да? Но при этом он изворачивается и рассказывает, что доказательств тому, что Манафорт получал деньги в соответствии с черной кассой Януковича, нету. Нету. Есть черная касса партии регионов, но там же нет подписи Манафорта. Значит, он не получал. Але в черной кассе напроти прізвища Манафорта стоїть підпис діючого депутата Верховної Ради, громадянина України Гелера. А фактів, значить, і нет. Понимаете, фактів проти окруження Трампа нету. А от факти проти окруження Байдена є. Він прекрасен просто. Ви посмотрите, які молодці, а як вони вміють приспособитися к моменту. Доконаних фактів того, що Манафорт отримав гроші від партії регіонів, якщо дивитись на амбарну книгу, немає. Дивіться, в амбарній книгі підпису Манафорта нема. Ну нету. Ну нету, ну що ти? Нету проти Манафорта. Може, його навіть і зря осудили, чесно говоря. Да, може, і зря даже. Але сама чорна каса не могла бути таким доказом. І взагалі посадовцям посилатися на документи, щодо яких ще не пройшла експертиза, не можна. Та-да. Про черную кассу партии регионов ни один уважающий себя чиновник не говорил, да, до того, как была проведена экспертиза. Да, так все и было на самом деле. Далее вопрос про Павла Шеремета. Здесь, конечно же, Луценко тупит глаза, потому что он же лично был знаком. А если бы не лично, то ну, дело такое. Для мене особисто це несе ще відбиток того, що я особисто товаришував із Павлом. І для мене це також, звичайно, непроста справа, жертву якої я знаю лише з паперу. Тут фішка в чому? Якщо ти лично там, ну, дружив, то розслідуєш. Ну, тому що це вже личне якесь діло. А якщо лично не дружив, то да й хрен якби з ним. Да? Тим не менше, це дуже складна справа, бо навіть наші американські колеги не змогли допомогти нам з ідентифікацією особи, користуючись наявними у нас відеоплівками. Видео. Самое занимательное, что американские коллеги, имеется в виду ФБР, привлекались не для идентификации особы. Они не могут идентифицировать особу. Это то же самое, что ты являешься суперкрупным специалистом в Украине, да, и вдруг тебя вызывают в Гваделупу, чтобы ты идентифицировал там каких-то нападающих на какой-то там обувный магазин, грубо говоря. Да, причем тут ты, даже являясь крупным специалистом в Гваделупе. То, что ФБР привлекалось для идентификации взрывчатых веществ, подтверждалось, ну, подтверждается вот пресс-секретарем МВД. І тут багато значення має саме технічні аспекти, хімічні, якщо хочете. Ціланиська експертиз має бути проведена. Почему он это сказал, Луценко? Я не знаю.
Может быть, я где-то там ошибаюсь, но я знаю точно, что их привлекали для идентификации взрывчатых веществ. Потом украинские силовики, хмыкая, говорили, что они бы и сами это прекрасно идентифицировали. Далее касательно отставки. Луценко, как всегда, готов написать заявление. Готов! Я напишу заяву на ім'я спікера. Я готовий до цього, чекаю ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівний орган парламенту, я внесу заяву про відставку за власне бажання. Да, я готов. Он уже сколько, 2 или 3 раза был готов, а потом говорил, а почему я должен идти? Ведь я же такой хороший прокурор. Вы помните, я не хочу повторяться, я это уже показывал в своих видео. Я готов, а потом такой, да нет, в принципе, а за почему? Я хороший прокурор. Я йду, я піду в відставку як генпрокурор, який повернув країні крадених коштів і активів на 4 мільярда доларів. А зачем вот это он постоянно перечисляет, что он там вернул Украине? Вот я не могу понять. Во всех странах, интересно, прокуроры говорят, я там вернул столько-то, ты это твоя работа, столько возвращать, да? Насколько к рукам прилипло, а? Назовешь? Я абсолютно спокойно был готовый до відставки еще 3 роки и 5,5 месяцев. Тобто в день, когда меня призначили. И эту заяву я спокойно напишу. Слушайте, вот это уже глупо как-то становится, серьезно. Я спокойно уйду в отставку, но я не пойду в отставку. Уже сколько раз такое было? Напомнить? Відразу хочу окреслити. Я дійсно прийшов в Генеральну прокуратуру на 1,5-2 роки. Ні, я бачу себе Генеральним прокурором України ще приблизно 5 років, можливо, дещо більше. Момент, коли моїх вольових якостей, менеджерських здібностей, попри відсутність юридичної освіти, вже буде не потрібно? Я відійду в сторону, хочу здатися людиною, яка плачеться. Я просто більше не витримую. Про мої подальші плани я хочу допрацювати до завершення президентських виборів. Вважаю це серйозною гарантією того, що вони відбудуться згідно закону. Я в травні приблизно думаю повернутися до політичної діяльності. Тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президента України. Це для мене йдеться не про владу. Я за неї не чіпляюся, я неї не просився. Я не люблю свою посаду, і мені дуже важко працюється на ній. Я ніколи не прогибав і не прогну хребта за будь-яку посаду. Для мене всі вони тимчасові. Вважаю, що моє завдання разом із колегами з правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, а чесні парламентські вибори. На цей момент я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку. А закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора лише в 2 випадках. Коли він сам хоче піти, або коли парламент хоче піти. Интересно, для кого он это рассказывает? Ведь мы уже видели несколько раз, как он говорил, что я иду, я не держусь за кресло, а потом я не иду, я за кресло держусь, да? Ну и здесь, конечно, он рассказывает, что он сломал систему, таки, сломал систему. Це окреме специфічне рішення для того, щоб людина з поза системи, яка побувала по обидва боки колючого дроту, змогла цю систему зламати. Смію стверджувати, я зламав каральний могильник одноосібного диктаторського репресивної машини. Тепер хто повинен в тому, что сейчас ломатель системы вам расскажет, что люди начали обращать внимание на коррупцию внутри страны, на коррупцию власти. Путинская пропаганда, яка нав'язувала українцям тезу про те, що ворог не в Кремлі, а на Банковій. Интересно, а может быть враг внешний вот там вот, а внутренний вот здесь вот? Или только туда надо смотреть? Ну, правильно? Да, по их мнению, правильно. Только туда надо смотреть. Вот Путин в Кремле, это враг. А Порошенко, ну, он тоже такое. Потом разберемся с Порошенко. Дайте закончим с Путиным. А потом пропаганда окремих олігархів, яка акцентувала наявні проблеми тодішньої влади, призвела людей до ненависті до своєї влади. Більшої, ніж ненависті до Путіна, який створив жахливі умови для української держави. А у тебя ненависть к Путину больше, чем к Порошенко? Больше? Еще раз скажу. Ну, например, давайте ж говорити з розумілим людям. Була справа Свинарчука? Була? Була. Чи є це найбільшою справою розкрадання? Ні. Чи є це справою, яка знає всі? Так.
Чему? Смотрите, тут фишка в чем. Справа Свинарчука, потому что к ней было, конечно, привлечено внимание. Но почему к ней было привлечено внимание? Потому что отмазываются свои. Луценко говорит ничего подобного, типа. Для людей ДГПУ, ДНБУ не цікавить. Вони кажуть, влада покриває своїх. А это, конечно, неправда, что влада покриває своїх. Я еще раз покажу. Бумага из Генеральной прокуратуры Украины. Так там именно где Луценко. От 6.03.2017. Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве таком-то, таком-то от 16-го по подозрению. И тут перечень фирм прокладок, которые поставляли продукцию, но при этом являются фиктивными фирмами, то есть фирмами со знаком эффективности. И ничего сделано не было. Так что влада не отмазывает своих. Влада не отмазывает своих по четким фактам. Четкие факты. Но фишка в том, что эти четкие факты касались Ленинской кузни, которая принадлежала Порошенко. И тогда эти четкие факты превращаются в нечеткие. Знаете, четкий пацан, а тут опа, и уже нечеткий пацан. Именно отмазывали своих. И оно не могло быть по-другому, потому что ситуация катастрофически неправильная, когда президент и генпрокурор кумовья, они не могли взаимодействовать по-другому, как только целоваться в десна. Поэтому этот бывший уже для всех он бывший генпрокурор, должен просто не отсвечивать, а свалить наконец-то в отставку. Достал, потому что он должен уйти и уступить место новому прокурору, которого, конечно же, назначит Верховная Рада. Хватит уже держаться за кресло, хватит уходить в отпуски, на больничные и так далее. Вали нафиг, чтобы наконец-то понесли наказание все те, чьи расследования ты тормозил, намеренно тормозил. И справедливость восторжествовала. Зеля, жги! Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.